Моя жизнь похожа на танец. Ни один человек не скажет, что вот я пришел в этот мир, чтобы вот с такой-то определенной целью. Как правило, люди, если такое говорят, то говорят общими понятиями. Я пришел в этот мир, чтобы сделать его лучше. Или я пришел в этот мир, чтобы принести пользу людям. На самом деле, мне такой вопрос задали, когда я поступала в свой первый институт, университет, на психолога. Меня спросили, почему вы хотите стать психологом? И как 99% я ответила, потому что я хочу помогать людям. Вот. Это желание помощи людям, оно присутствует. Но вот способы реализации, они, ты знаешь, они меняются. В течение времени они меняются. Мне кажется, это неизбежный процесс. Мне кажется, у всех людей есть свое предназначение, есть миссия. Но проблема в том, что вот сформулировать точно, я думаю, что не получится. Я пишу книгу уже о предназначении второй год. Я не могу ее дописать. Слишком сложно, а поверхностно не хочется писать. Но если вот обобщить, если сказать такими попсовыми общими словами, да, наверное, помогаю людям раскрыть свои таланты, наверное, стараюсь как-то помочь людям реализоваться в этой жизни, стараюсь помочь людям сделать то, для чего они пришли в этот мир, стараюсь помочь им нащупать те сферы, те интересы, те увлечения, которыми бы они жили. И мне очень хочется, чтобы люди действительно занимались тем, что им нравится. Они прозябали на работе, на нелюбимой, занимаясь нелюбимым занятием, получая за это какие-то деньги, может быть, даже и неплохие, но при этом в душе чувствовали себя несчастными. Потому что несчастный человек, он не сможет сделать счастливым тех людей, которые вокруг него. Человек должен быть счастливым, это очень важно. И вот мне кажется, у меня это получается. Не буду говорить, что прям вот прям супер здорово, но мне так кажется, что вот это, во всяком случае, меня это делает очень-очень счастливой, когда я люблю. Прежде всего, я женщина. Наверное, вот в этом мое самое главное предназначение. Ну, танцы – это да, но это хобби. А на самом деле ты чем занимаешься? На самом деле, а чем я занимаюсь? Я пишу книги, я пишу картины, да, я рисую обложки для своих книг, я провожу тренинги, я занимаюсь коучингом, занимаюсь консалтингом, я провожу большие крупные семинары, мероприятия, я провожу с удовольствием онлайн-тренинги, онлайн-семинары. Я автор 3 блогов. У меня есть 3 разных проекта, которые совершенно в разных нишах. Первая тема – это сетевой маркетинг, потому что я сама начинала с MLM. И очень этим горжусь, не стесняюсь этого, не стыжусь. Я считаю, что это очень хорошая школа жизни. И это тот опыт, который мне очень во многом помог. И это моя первая тема, по этой теме у меня написано 3 книги. Моя вторая тема – это бизнес по-женски. Как каждой женщине запустить свой собственный проект в интернете. И здесь у меня тысячи благодарных, тоже читательниц, подписчиц, и я тоже очень рада тому, что наконец-то я здесь завершила писать книгу, вот только что прилетела с Бали, и я там добила все-таки эту книгу, сейчас отдаю в редакцию, и я думаю, что скоро ищите на полках книжных магазинов вашего города. Третий проект, как раз проект по предназначению и самореализации. И вот здесь вот это самая глубокая для меня тема, самая интересная, самая такая насыщенная тема, которая еще разбираться и разбираться, вот, но тема, которая не дает мне покоя. И в этой теме я занимаюсь продюсированием, то есть я помогаю людям сделать из своего любимого дела дело своей жизни, дело своей мечты, при этом зарабатывать очень хорошие деньги и гордиться тем, что ты делаешь, и осчастливливать других людей тем, что ты делаешь. Ну а танцы – это танцы. Жила у него там 3 раза полгода. Был момент, когда мне было
20, 21, я уже не помню, 21, может быть, 22. Я училась в университете на психолога на дневном отделении. Я возглавляла огромную команду единомышленников в MLM. У меня была структура больше 2500 человек. У меня был большой международный бизнес. И, наверное, я много выступала, я много ездила по городам, я много проводила семинаров, тренингов, обучения, много людей запускала. И в какой-то момент, наверное, как-то так случилось, но это было само собой разумеющееся. Было какое-то событие, и меня вызвали на сцену в Кремле на 10 тысяч человек, и я там что-то говорила. Я уже сейчас не помню, что я говорила, как я выступала, но я помню, что мне сказали: «Посмотрите на нее, это Людмила Колокова». И я такая: «Бабах!» И на меня весь зал такой: «Тш!» И я, вот на меня эти прожекторы, на меня вот этот свет, музыка, и я такая стою, и в моменте я не поняла, что это, как оно. Но я помню вот этот хорошо эпизод, когда «Посмотрите на нее!» И бабах, и тут мой выход. И, ну, наверное, да, после этого, наверное, как-то, наверное, люди обратили на меня внимание. Ну, потом вторая волна, это уже когда я написала книгу, первую свою книгу «Сетевой маркетинг и молодежь», меня узнали. Ну, третья, четвертая волны я так вот уже не вспоминаю, потому что, ну, это было не то, что как само собой разумеющееся, но как-то я на этом никогда не заостряла внимание просто, ну. Я просто стараюсь делать то, что я люблю, то, что мне нравится. Потому что если мне что-то не нравится, вот у меня есть проблема одна. Если мне что-то не нравится, я это бросаю. И часто я бросаю, вот когда уже 90% пути пройдено. Я бросаю делать сайты, я бросаю вести тренинг. Я просто бросаю, потому что мне это, ну, перестает приносить удовольствие. А люди это чувствуют. Был полный провал. Это было лет, наверное, 7 назад. Я закончила институт с красным дипломом. Я успешная девушка, бизнес-леди, как принято говорить. У меня была своя квартира, у меня была своя машина BMW. Уже не первая даже машина с тонированными стеклами, очень такая крутая трешка у меня была. А внешне я была очень состоявшимся человеком. Успешная, молодая, красивая, куча поклонников, куча вот цветов, подарков, все есть, все замечательно. Но на самом деле была очень большая проблема. У меня был эпизод жизни, когда на протяжении нескольких месяцев у меня вообще не было денег. То есть денег, вот я сейчас прям говорю, у меня аж мурашки по телу идут. Денег было, не было настолько, что у меня была копилка, я думаю, у всех есть копилки дома. У меня была копилка, где я копила пятачки, вот 5 рублей, 2 рубля, рубль. И такая хрюшка была, вот из чего они, из керамики сделаны, не знаю. Где-то хрюшка у меня была. И я помню очень хороший момент, когда я разбила эту копилку. Ведь копилку же копят не для того, чтобы ее разбивать, а вроде как, ну, что я там буду носить с собой пятачки, пусть они лежат. Никто же не думает про то, что наступит такой момент в жизни. У меня он наступил. Я разбила эту копилку. Я себе задавала вопрос утром, что мне сделать? Мне поехать сейчас за рулем заправить бензин или мне пойти покушать сегодня? У меня был вот выбор такой. А ты знаешь, а вот самое страшное то, что внешне это выглядело очень красиво. Внешне даже никто не догадывался, что у меня такая ситуация в жизни. Я не считаю, что это плохо. Вот до сих пор я не считаю, что эта ситуация прям плохо, и это вот отрицательный эпизод жизни. Нет. Это ситуация, которая была. Окей. Ну, была, и научила она меня, вот эта ситуация, тому, что в жизни нужно брать ответственность за свои поступки. Вот даже если у вас есть муж, если у вас есть родители, если у вас есть спонсоры, да, которые вас содержат, если у вас есть еще что-то, всегда брать ответственность за то, что ты делаешь в жизни, за те выборы, которые ты принимаешь в течение своей жизни. Это очень важно. Вот, и, наверное,
тогда я просто сказала, вот такой ситуации в жизни больше не хочу. Ну вот как угодно, но не так. Вот у меня есть хорошая фраза, у меня даже она висела раньше над рабочим столом. Кризис – точка роста. Кризис – точка роста. Я действительно убеждена, что когда случаются критические моменты в жизни, у каждого они есть в той или иной степени критически. Разводы, смерти, долги, кредиты, не знаю, что еще, аварии какие-то, по здоровью что-то. Любой кризис – это точка роста, дальнейшего роста. Ну вот, слава богу, что все-таки поумнела и сообразила, что надо делать дальше. Через полчаса занятия начинаются прямо здесь. Вот. Здесь это прямо здесь? Прямо здесь, да. А, здесь, да? Знаешь, современного человека, мне кажется, вообще проблема с перегрузкой умственной активности. У нас в школе нас поощряют ум, нас поощряют прилежность, аккуратность, старательность и хорошее поведение, хорошие оценки. Никто из родителей, ну, как правило, да, не спрашивает, ребенок пришел из школы, а как ты себя чувствуешь? А какие у тебя сегодня ощущения были вот после урока русского языка? Там, да, спрашивают, какую оценку получил? А если там, не дай бог, 3 или 2, вот, да, ты что вообще, позоришь нашу семью? Как тебе не стыдно? Поощряют умственную активность, поощряют умственное развитие, интеллект. Вместо того, чтобы поощрять эмоции, высказанные эмоции и ощущения, и понимание своих ощущений, прочувствование своих ощущений, мы поощряем в нашем мире, поощряем у кого сколько степеней, медалей там, у кого сколько образований, сколько корешков, сколько статусов, да, сколько сертификатов. Это все очень важно. Это очень важно. Люди даже вешают себе на стены эти сертификаты, вот какой я, типа, вот, образованный. Мне кажется, нужно себя не ограничивать. Нужно делать то, что тебе нравится. Мне нравятся танцы. Я по второму образованию, я инструктор по аэробике и танцам. Первый психолог, второй по аэробике и танцам. Мне нравится. У меня была своя фитнес-студия. Я, правда, потом травму получила. Но потом начала сальсой заниматься. Сальса, бачата. Вот. Сейчас новое увлечение кизомба. Вот уже больше, ну, почти год уже, наверное. Она меня держит. Очень-очень держит. Кизомба – невероятный танец, который, благодаря этому танцу, я научилась не думать. We walk to supermarket, yoga center. Мы идем свободно, мы идем. До этого я много раз ездила в ашрамы, к Саибабе вот ездила, в Оша, ашрам Оша ездила, ездила на Випассану, на 10-дневный тренинг молчания. Занималась йогой, более того, я даже пошла преподавать йогу. Но что-то я йогу как-то вот, я не поняла ее, пока еще не поняла йогу. Может быть, не время, может быть, я повзрослеть должна, но... Давайте почувствуем свои ощущения в шаге. Вот как мы идем. Пошла кизомба в мою жизнь. И это танец медитации, как я его называю. Танец твоего сердца, танец твоей души, благодаря которому ты перестаешь думать, раз. Второе, ты учишься чувствовать сердцем, жить сердцем. Ты учишься открывать свое сердце. Это танец твоей души, на самом деле. Прям вот первые разы, они аж до слез были, потому что я такого не испытывала. Смысл всего танца – это чувствовать, только чувствовать. Чувствовать своего партнера, чувствовать музыку и не думать. Как только ты начинаешь думать, ты начинаешь сбиваться, и танец не получается. Поэтому для меня кизомба – это вот своего рода медитация.
многие проблемы сами собой снимаются. Не знаешь, что делать? Потанцуй кизомбу. Путешествие – это тоже это одна из моих ценностей. Это та вещь, которая для меня очень важна – путешествовать. Причем смысл путешествия именно в путешествиях. Не в открытии новых стран, новых мест, не в знакомстве с культурой, с людьми, нет. Для меня смысл путешествия – это вот этот адреналин, когда ты берешь такси, едешь в аэропорт, когда ты вот это ждешь в зале ожидания, там, это вот проходка через дьюти-фри, когда ты видишь свой самолет, вот, когда пристегиваешь ремни, когда объявляют взлет, когда ты летишь, смотришь в облака, смотришь на яркое солнце, ты приземляешься, какое-то новое место или старое, которое родное место. И вот эта вот движуха, я ее обожаю. Очень нравятся сами перемещения, очень нравятся новые картинки, очень нравится вот новая природа, новые люди. Нравится мне это. Нравится и хочу, буду. Сейчас я, по-моему, я считала недавно, около 50 стран я объездила. Но это правда немного. Во многие страны возвращаюсь по несколько раз. В Индии я была 6 раз, в Индонезии, на Бали 4 раза, там, в моей любимой Барселоне уже тоже раз 5. Поэтому и с удовольствием буду возвращаться на фильм. Профессиональный танец, он должен смотреться легко. Вот когда ты красиво, профессионально, мастерски танцуешь, это смотрится очень легко. И люди со стороны, глядя на тебя, говорят: «О, да это же простой такой танец, я же тоже так могу». Начинают пробовать, и ничего не получается. Я обожаю наблюдать за парами, которые прекрасно танцуют, которые вот прям глаз не отвешивают, совершенство. Вот это совершенство, к которому все время стремишься и никогда его не достигаешь, может быть, так же и в жизни. Каждый человек хочет в жизни сделать, из своей жизни хочет сделать шедевр. Каждый человек хочет из своей жизни сделать совершенство. Каждый человек хочет идти по жизни счастливо, смеясь, играючи, достигать высот, хочет быть лучшим в этой жизни, хочет лучшей жизни для себя. Как в детстве мы мечтаем, мы говорим: «Но у меня-то точно все будет по-другому, у меня жизнь точно сложится». И мы стараемся в жизни сделать все возможное, чтобы было как-то наполнено, чтобы было ярко, чтобы было светло. И вот, к сожалению, многие разочаруются в какой-то момент, говорят: «Ну, это всего лишь мечты какие-то». А вот мне кажется, что жить мечтой – это очень классно. И очень классно, когда у тебя есть много мечт, много больших мечт. И когда ты идешь к этим мечтам, ты идешь не напрягаясь, не преодолевая, не мучаясь, не борясь, а ты идешь к этим мечтам, танцуя. Когда ты кокетничаешь жизнью, ты заигрываешь с жизнью, ты показываешь себя, а жизнь тебе показывает себя. И ты радуешься тому, что есть. Ты не критически воспринимаешь происходящее, а ты двигаешься так, как тебе подсказывает твое чутье, так, как тебе подсказывает твоя интуиция, так, как тебе подсказывает голос Бога в тебе. Тогда все, мне кажется, складывается здорово и легко. Когда ты не ставишь себе препятствия, потому что мы часто себе своими мыслями, своими ожиданиями, своими страхами, своими комплексами сами себя как-то вот закупориваем. Мне кажется, вот чем проще ты живешь, чем проще отношения у тебя в жизни, чем проще у тебя взгляд на жизнь, тем, мне кажется, как-то веселее, интереснее жить. И всем от этого лучше.